Есть у меня флокс белый. Он ранний сорт, он цветет рано, он уже отцвел. Я его срезала, и вот уже пошли пасынки, видите? А вот который рассадила весной, почеренковала весной, он вот цветет сейчас вместе с другими у меня флоксами метельчатыми. Небольшие соцветия, потому что тут всего лишь по одной веточке он посажен. Поэтому соцветия небольшие. Вот. А вообще-то сорт шикарный, высокий, плотное соцветие. Цветки, как видите, крупные, белоснежные. Очень красивый белый сорт флокса.